Жители!
Вячеслав Некрасов, Полевской. Дарья Шонова, Екатеринбург. Анна Пашкова, Екатеринбург. Екатерина Владимирова, Екатеринбург. Ариана Карабаева и Алиса Зимнох, Екатеринбург. Вот у меня в руках главный приз нашего конкурса. Он вручается обладателю гран-при. И сейчас нужно это торжественно объявить. Внимание, внимание, говорит и показывает ревда. Говорит и показывает ревда. Гран-при Всероссийского открытого детского эстрадного телевизионного конкурса «Золотой петушок» Аделина